о тех, кто продает, для тех, кто покупает. Товары и услуги, скидки, акции, актуальные предложения, ну и, конечно же, новости малого бизнеса. Это рубрика «В курсе дела» и я, ее ведущая, Оксана Рожкова. Не верьте плюсу за окном. Зима близко. И если не она, то Новый год будет точно по календарю. И встречать его нужно в красном. Одеваемся на корпоративную вечеринку, семейное торжество или романтический ужин в магазине модной одежды «Миледи». Нарядные платья всех оттенков главного цвета года – года красной обезьяны. Женственные и сексуальные. Не заметить вас в новогоднюю ночь будет просто невозможно. После праздников – будни и работа. Пополните свой гардероб моделями из трикотажного полотна. В них удобно и тепло. Прямые юбки французской длины до середины колена или чуть ниже идут женщинам любого возраста и телосложения. Еще один офисный вариант – юбка-карандаш и кофта с баской. Весьма женственный и актуальный элемент одежды прекрасных дам. Пришитая по линии талии оборка была популярна у испанской народности – басков, за что и получила свое название. А вот распространению в моде баска обязана французам. Если сделаете покупку в «Миледи» на 7 500 рублей, вам подарят карту постоянного клиента. Потратите 10 тысяч рублей – получите 2 билета в кинотеатр «Люксор», где сможете примерить свои обновки. Магазин «Миледи» находится по адресу улица Спортивная, 21-33. Каждую ночь, обнимая любимую подушку, мы дышим пылью и продуктами его жизнедеятельности – домашний пылевой клещ. Единственное и эффективное средство борьбы с ними – регулярный уход за постельными принадлежностями. На сегодняшний день чистка подушек, перин и одеял стала намного проще. В салоне «Чистый сон» за 10 минут ваши постельные принадлежности станут как новые. Пух-перо очистят от мелкого сора, подсушат, распушат и продезинфицируют. А после наполнят им новый наперник из тика – хлопчатобумажной ткани, пропитанной воском. Цвет выберите сами. Можете поменять размер, объем и мягкость. Сделать из одной подушки 2 и наоборот. Заказать одеяло. Салон чистки и реставрации подушек, перин и одеял «Чистый сон» делает скидку на обслуживание пенсионерам. Находится в торговом комплексе «Колизей 5», место 25. Ежедневные походы в школу или игра в футбол, измерение глубины лужи или преодоление сугробов – не каждая обувь способна это выдержать. Ищите сапожки на детские ножки? Тогда вам сюда, в магазин «Степ». Котофей, скороход или гамме-топотам «Парижская коммуна» – название, которое все родители знают наизусть. Эта обувь сделана в России и рекомендована ортопедами, потому что она из высококачественных материалов, чтобы детской ножке всегда было комфортно, не жарко летом и тепло зимой. Ее дизайн учитывает все антропометрические особенности развития детской стопы. К примеру, вот эта коллекция для самых маленьких на первый шаг торговой марки «Скороход» была разработана в сотрудничестве с Детским ортопедическим институтом имени Турнера. Обратите внимание на марку «Шоковита». Ее производит белорусская фабрика. Это обувь из натуральной кожи, велюра и нубука. Безопасных, прочных и простых в уходе материалов. На них, кстати, менее заметны дефекты, образующиеся при носке обуви. Мембранная обувь, валенки и сапожки из войлока с утеплителем из овечьей шерсти. Зимний ассортимент в «Степе» порадует и тех, кто покупает обувь, и тех, кто будет ее носить. Размеры до 41-го. Прекрасным подарком к Новому году станет подарочный сертификат. А если захотите сэкономить, воспользуйтесь дисконтной картой, которую вы сможете получить в магазине «Степ», который находится на 3-м этаже торгового центра «Континент». Люкс-керамика. Теперь салон настенной и напольной керамической плитки для оформления интерьеров находится в здании по адресу улица Ленина, дом 45/20. Керамика – один из лучших отделочных материалов. Благодаря обилию фактур, тонов и оттенков, декоративных деталей, керамическая плитка превращает ванную комнату или кухню в произведение искусства. «Ла Мейсон» – эксклюзивная серия от испанской фабрики «Памеса». Ее прообразом стали роскошные, усыпанные богатым рисунком и цветочным орнаментом шелковые обои.
представлена в нескольких пастельных тонах и сопровождается изысканными декоративными бордюрами и плинтусами. Зеркальная плитка с фацетом. Этот способ огранки придает ей утонченности и экстравагантности. Такая плитка может быть самостоятельным элементом декора или использоваться для отделки поверхностей. Люкс Керамика предлагает и большой ассортимент виниловых, бумажных и текстильных обоев ведущих европейских фабрик Замбаити, Сирпи и Марбург, а также ламинат немецкой фирмы Кронотекс. К Новому году Люкс Керамика всем покупателям делает скидку. А это была рубрика «В курсе дела» и я, ее ведущая, Оксана Рожкова. До следующего понедельника!